8 утра работа избирательной комиссии началась и в детской библиотеке. Активность избирателей с первых минут была достаточно высокой. Самыми первыми выразить свою политическую волю пришли пенсионеры и люди среднего возраста. При этом проголосовать мог любой житель Десногорска, достигший 18 лет. Одним из первых на избирательный участок прибыл и глава Десногорска Андрей Шубин. Мы сегодня голосуем за тех кандидатов, которые будут представлять интересы жителей в Десногорском городском совете. Ведь от работы нашего депутатского корпуса зависит очень многое. Организованное по всем правилам проходило голосование и на другом избирательном участке в музыкальной школе имени Глинки. Избирательный процесс обеспечивали члены комиссии. Всех граждан фиксировали по адресам и выдавали подготовленные бюллетени. В 12 часам дня к нам пришло 174 избирателя. Досрочно проголосовало у нас 71 человек. Поток избирателей у нас очень хороший. Причем она разновозрастная группа, как от старшего поколения, так и до более молодого. Что показывает хороший показатель, большое участие в судьбе города. Избирательные участки работали до 8 вечера. Каждый из них был оснащен всем необходимым и находился под охраной полиции. Территориальная избирательная комиссия обнародует результаты голосования в ближайшее время. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.